Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы познакомим вас с мероприятиями фестиваля «Творческая феерия», который состоится в рамках проекта «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе». Напомним, этот проект стал одним из победителей благотворительной программы «Мир новых возможностей» по ОГМК «Норильский никель». На базе Центральной городской библиотеки будет создана коммуникативная площадка для людей с инвалидностью. В тесном сотрудничестве с юристами и психологами будут проводиться мероприятия по повышению информационной и правовой культуры. Социальные тренинги и консультации позволят получить знания, которые помогут укрепить веру в себя и повысить самооценку. В проекте предусмотрен ряд мероприятий, которые позволяют раскрыть творческий потенциал, получить практические навыки, умения и организовать досуг участников проекта «Открываем мир вместе». С программой фестиваля вас познакомят постоянные участники всех мероприятий для людей с инвалидностью, добрые помощники библиотеки, волонтеры серебряного возраста, Любовь Васильевна Брагина и Светлана Борисовна Федорова. Начиная с апреля на выставочном комплексе в компьютерном зале Центральной городской библиотеки будут демонстрировать фотографии Мончегорска и окрестностей участников фотостудии «Творческий рост» из отделения дневного пребывания молодых инвалидов комплексного центра социального обслуживания инвалидов. Фотовыставка «Творческий рост» продолжит свою работу до конца июня. 1 февраля в компьютерном зале в Центральной городской библиотеке начнет работу выставка «Картины, несущие свет», где будут представлены персональные картины, созданные воспитанниками Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей, выполненные в различных техниках. Выставка продолжит работу до апреля. Начиная с апреля на выставочном комплексе в компьютерном зале Центральной городской библиотеки будут демонстрировать фотографии Мончегорска и окрестностей участников фотостудии «Творческий рост» из отделения дневного пребывания молодых инвалидов комплексного центра социального обслуживания инвалидов. Фотовыставка «Творческий рост» продолжит свою работу до конца июня. В июле в компьютерном зале Центральной городской библиотеки начнет работу выставка творческих работ «Творю чудеса своими руками», где будут представлены декоративно-прикладные изделия людей с инвалидностью из Мончегорской коррекционной школы, Мончегорской первичной организации общества инвалидов по зрению, Мончегорского политехнического колледжа, отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения, Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей и Мончегорского социально-учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. В рамках фестиваля «Творческая феерия» будет организован фотоконкурс «Мончегорск. Город милосердия». В конкурсе, который стартует в апреле, примут участие фотографии памятных мест города Мончегорска. В рамках фотоконкурса будут работать мастерские по фотоделу. Историческая направленность конкурса позволит приобщить участников проекта к одному из главных событий страны – празднику Дню Победы. В ходе фестивальных мероприятий будут организованы тематические праздники. Праздник детской улыбки ко Дню защиты детей, который состоится на базе кафе «Роза ветров» в мае. Праздник «Проведем день знаний вместе», который пройдет в Центральной городской библиотеке в августе. На празднике будут показаны слайм-шоу, проведены конкурсы, викторины, беспроигрышная лотерея, торжественное чаепитие, аэродизайн. Праздник «Творческая феерия» будет проведен в Центральной городской библиотеке в конце августа. На празднике состоится подведение итогов одноименного фестиваля, награждение участников и мастеров декоративно-прикладного творчества, торжественное чаепитие. В рамках закрытия фестиваля для участников проекта будет показано театрализованное представление «Ах, этот праздник!». Представлять постановку будут актеры самодеятельного театра «Открытая книга» Мончегорской местной организации Всероссийского общества слепых.
Мы уверены, что все мероприятия проекта, творческие выставки и мастер-классы заинтересуют манчегорцев разных возрастов. А ознакомиться с датами проведения мероприятий в рамках фестиваля вы можете на сайте Манчегорской ЦБС и в тематической группе «Универсальная территория» в социальной сети ВКонтакте.